Друзья, представляю вам команду проекта «Созвездие удачи». И здесь, в небольшом фильме, представлены люди, с которыми вы будете делать свой бизнес. В нашем проекте отличные возможности для старта. И в этом вам поможет наша дружная команда. В общем, приглашаем всех в наш звездный проект. Поздравляю всех с днем рождения, с первым днем рождения нашей компании. И действительно хочу, чтобы у каждого из вас ваш дальнейший путь с этой компанией, именно в этой компании, был усыпан долларовыми купюрами, деньгами, приятными людьми вокруг, с теми, с которыми вам будет легко и просто общаться. И чтобы вам вот все звезды, которые на небе, освещали ваш путь в этой и помогали вам. Ну, лучше, наверное, ничего нет. Лучше проекта нет. Хотя есть уже какие-то задумки на улучшение. Поэтому будем расти, будем улучшать наш проект, будем придумывать еще какие-то фишки. У нас много лидеров, много идей, поэтому и проект так развивается хорошо. С днем рождения! Доброе утро, добрый день! Всех с праздником! Сегодня у нас 13 число февраля, пятница. У нас праздник, нам хорошо, нам весело. И сегодняшнее утро у меня вообще началось тоже замечательно, потому что я заглянула в свой кабинет и увидела, что у меня уже пошел пассив. То есть тот пассив, о котором мы всегда мечтаем, он уже начинает работать в нашем замечательном проекте. Мы процветали, процветали и мы, лидеры, и наш проект, и наши люди, которые к нам приходят, чтобы все поняли, что в интернете можно заработать. А то, конечно, сейчас с многими общаешься, и ну, такое разочарование. Я, наверное, просто не успела еще разочароваться, я еще очень мало в интернете зарабатываю. Вот. Поэтому, когда мне говорят, что разочарование, туда вложили, ничего не получили. Я говорю, ну странно, я вот куда не вложу, везде получаю. Так что я желаю всем, куда не вложите, везде получаете и зарабатывайте. Скажем так, эта компания тебе нравится? Конечно. Женя? Перспектив вот. Очень много, да, конечно. Да, и уже потихоньку уже начинаешь получать деньги, да, в отличие. Конечно, да, в отличие от других проектов, действительно, вот, честно признаюсь, да, действительно, деньги идут и идут, можно сказать, по чуть-чуть, правда, но идут. Вот наши преимущества нашего проекта, о чем вообще разговаривать, что можно предложить людям, чтобы они к нам пошли? Вот, да, я вообще всегда говорю три преимущества. Самое первое преимущество – у нас нету админа. Второе, самое главное преимущество, что каждый человек, который попадает к нам, неважно на какой уровень, он моментально мы получаем за него деньги. На какой период может человек получить? Вот если он пришел в проект, на что он может рассчитывать? За какой период он может получить, вот, ну, скажем, хотя бы вот закрыть вот эти 39 мест? Хороший вопрос. Очень хороший вопрос, но ответ на него у меня, например, только один. Насколько человек активен, настолько и быстро он получит эти деньги. А сколько может активный человек получить, тот, который действительно пришел сюда за большими деньгами, он хочет заработать? Что вообще, на что он может рассчитывать у нас? А что он у нас может рассчитывать? Он у нас может рассчитывать на многократный, я не буду сейчас говорить, с реинвестом, на многократные 1000, 10 000, 100 000. Если он суперактивный, может быть, он каждый день будет закрывать эти циклы и получать эти деньги. Поэтому все же в наших руках. Я же говорю, ребят, на золотом мешочке сидим. А что можно пожелать тем людям, которые говорят, ну, не умею ее приглашать, что, как мне быть? Я вот тоже, я хочу работать, но у меня не получается, не идут ко мне люди. Таким людям я вообще, знаете, что говорю? Вот представьте себе, что я вас пригласила в проект бесплатно. Это волшебное слово. Честное слово, это волшебное слово для людей, кто не умеет приглашать. И почему-то они сразу начинают приглашать людей на разговор.
Мы хотим сделать наш проект, чтобы он был доступный всем, чтобы он приятный всем был, чтобы у нас были все возможности людям делать только, ну, только благо, да? Чтобы благосостояние нажить, нужно благо дать людям для того, чтобы сделать это все. И, естественно, будет все развиваться, и мы будем все от этого, будут все довольны. Когда мы определяем какую-то цель, да, у нас есть интерес. Ну, я уже не раз об этом говорил. Это интерес, это может быть цель, мечта, задумка какая-то, да? Это в первую очередь. Затем у нас есть, должна быть вера. Вера, реально это или нет? То есть мы, наш анализ срабатывает, и мы определяем, реально эта цель или нереально. Если мы хотим поднять трактор, то это, конечно, нереально, да? А если мы хотим накачать просто какие-то мускулы и быть сильным, мы идем в спортзал, занимаемся штангой, гантелями. Правильно? То есть наша мечта должна быть реальна. То есть мы взрослые люди, у нас мозг работает нормально, и мы должны определить для себя, реально цель это или нет. Далее мы ищем инструменты, которые нам необходимы в работе. То есть мы ходим на презентации, мы ищем какие-то материалы, которые нам необходимы для этого. Есть у нас какие-то связи, которые нам помогают в этом, да? И у нас есть время. То есть мы определяем, за какой период мы можем достичь своей цели. Ну, естественно, мы это все осуществляем, выполняем и получаем какой-то результат. И вот этот результат определяет то, чем мы занимались до этого. То есть мы правильно это все делали или нет. Если мы это делали правильно, и если мы правильно развивались, правильные занятия посещали, правильные материалы смотрели, значит результаты у нас будут высокие. Если мы недостаточно уделяли времени нашему саморазвитию, значит результаты будут такие, как вы их получите. Close.